этом интернете не разберешь, крупный план или не крупный. Все, можно идти? Можно идти? Еще раз. Как можно идти? Сюда. Сюда. Озон, Дима Маликов рекомендует. Приехал съемник двухлапый. Цена вопроса 358 рублей. Самый дешманский, который был только на Озоне. А, кстати, такой на Валберес стоит примерно 600 рублей. И около 800 на Яндекс.Маркете. Не знаю, с чем это связано. Такое ценообразование. То есть, блядь, перед тем, как что-то купить, приходится лазить везде. Так что теперь можно уже снимать ведущую звезду сцепления, которую наклевали мотора Восход 3М. Ну и уже полностью разбирать, как бы половинить картера, восстанавливать посадку подшипника. Не знаю, то ли буду от пивных банок какие-то полосочки использовать. Думаю, что зеленый термостойкий фиксатор резьбы там уже не поможет. Хотя не знаю, надо будет промерить все это дело, когда я разберу. Сейчас пока рано что-то говорить, хотя возможно каким-то керном накернить всю как бы посадочную плоскость подшипника и уже на сам фиксатор задавить прессом. То есть есть где разгуляться фантазией.